Итак, было очень много планов на сегодня. Ой, это не то. Извините, что показал не те планы, вот настоящие планы на сегодня. Но, к сожалению, их всех я не смог воплотить в жизнь, но зато части я точно уже сделал, и это видео вам, думаю, уж точно понравится. А все остальные планы, я думаю, то, что можно выполнить в пятницу. А если вы хотите, чтобы я что-либо построил, то пишите в комментариях. И первое строение было очень интересным. Это завод носков по просьбе подписчика под никнеймом Добрый Носок. Это строение весьма интересное, так как, ну, во-первых, начнем с того, что это первое промышленное здание в городе и, в общем, компания. И так как это является уже промышленным, мягко говоря, сооружением, нужно к нему с полной ответственностью подходить и сделать уже полный план по его строительству и функционированию. Изучая, как делаются носки именно на таких заводах, я понял то, что его надо поделить, мягко говоря, на определенные секторы. Это склады, это туда, куда будут привозить материалы и откуда будут выводиться товар, а также это станки, и может быть на втором этаже будет какое-либо офисное помещение. Станки – очень важный элемент завода. В фабриках именно по созданию носков станки являются полностью автоматизированы именно там, где делаются первоначальные носки. То есть носки, которые первоначальные, так скажем. То есть они сырые, сырые носки, есть готовые носки. Их уже доделают в другом помещении. И вот именно станки, которые делают сырые носки, мне надо было немножко поднапрячься, как их придумать, чтобы они были похожи на настоящие и чтобы можно было разместить как на настоящих заводах. А они расположены так, то что они прижаты к друг другу и в линейку, как будто какая-то ферма жителей. А кстати, большое вам спасибо за 9000 подписчиков. Да, я знаю, на создание видеоролика еще не 9000, не хватает где-то 10 подписчиков. Но думаю, после выхода видеоролика точно наберется 9000, так что большое вам спасибо, надеюсь, канал будет расти дальше, и я буду вас постоянно видеть. Спасибо всем большое. Ну ладно, приятного вам таймлапса. Ну и как вы могли заметить, я сейчас создаю новое сооружение, и это жилое здание. А именно в жилых зданиях я выполняю наиболее большое количество ваших просьб. И тут я выполнил 3 просьбы. Начнем по порядку. Первое — это магазин красно-белый. И не важно то, что здание синее, а магазин красно-белый. Давайте упустим этот факт. А идею такую предложил подписчик под никнеймом Майндслав. Большое тебе спасибо за столь интересную идею. Знаете, следующее видео я точно сделаю по баннеру в Майнкрафте. Уж точно хочется показать, как делать такие красивые баннеры, если кто не знает. Следующее предложение поступило от пользователя с никнеймом Йензо. Он предложил построить зоомагазин с названием Джинчурики. Надеюсь, я правильно произнес это забавное название. В этом зоомагазине я решил оставить небольшие такие пасхалочки тоже на моих подписчиков. И думаю то, что можно сделать его обычным магазином, в котором продаются животные, а также корм и товары для них. Диппер, я выиграла свинью. Его зовут Пухля.
Ну и под конец я дострою эту многоэтажку, и также я исполнил просьбу Миники, то что построить для нее мини-бар. Но в итоге это вышел прямо настоящий бар. Ну что ж, большое спасибо всем тем, кто дошли особенно до этого момента и вообще, кто посмотрел этот видеоролик. Большое спасибо, а также благодарю всех спонсоров, всех подписчиков, очень благодарен. Уже 9000 подписчиков на канале, очень приятно. И мне, правда, от этого очень приятно. И скоро уже можно считать 10 тысяч, и я планирую на 10 тысяч сделать что-то прям нормальное. Ну, в плане, допустим, вопрос-ответ в анимационном стиле. Так что, если у вас есть желание, в закрепленном сообщении будет ссылка на ВК-чат, где будут как раз-таки можно писать эти вопросики на 10 тысяч. А так, большое всем спасибо. Всем пока, дорогие друзья.